По мне со двора. Страш. По мне. Твою мать, я поняла. Где они вас видят? Под переходкой? Я на аптеке. Они такое чувство, будто еще с какой-то другой стороны. Короче, один во дворе, второй как будто где-то дальше. Либо на почте, либо что-то такое. Ну, вот с этой стороны. Ты кашляешь, плохо тебе. Я, да. Ух, ёб, граната! Граната. Нет, тут закидывают. Во дворе не вижу никого. Я уже во дворе слева. Он в арке, по-моему, у меня. Бот к нему пошел. Ой, блядь, меня тоже присутствует. Меня убили. Где в итоге? Один внутри, один снаружи. В квартире один еще. В квартире я. На третьем этаже? На первом. В квартире, я же говорю. А, все, я думала, там наверху. А дверь ты выламывала? Я, да. Выломала дверь? Да. А, ну тогда это и может быть. Ну хотя я слышу над нами кого-то. Заходит к нам, сюда. А, и с другой стороны, Штаныч, еще. Нет. Где ты дверь выламывала, так я не понял тогда. В аптеку. Она же дверь закрыта, ее выбить только можно. С аптеки, точнее, когда сюда заходишь. Ты двоих убил? Нет, он убежал. Двое с двух сторон, один с... Одного я убил. Второй с аптеки. Прыгает где-то там. Да, бежит через двор. Ой, еще. Просто, Ань, можно же пройти по-другому, не вышибая дверь. Ну, я сделаю, что было быстрее для меня. Вышибая дверь, это сразу в голове самая верхняя квартира, которая квестовая. Ну, видишь, как можно спутать врага. Ну, только ты меня спутал.
Так, тут БС-ки, походу. БС-ки берем. Шестьдесят третий, блин, ё-моё. Хожу. Пух. С каких пор броня килл 4 класс? Килл у меня в сумке лежит. А, подожди. А, я же свапнул. Все, я уже даже забыл, что я свапнул. Да, четверо было. Вы во дворе у вас. Ох, блядь, да. Бил. Блядь. Не знаю. Закрыл дверцу. Между домов спрячусь. Идите, как котик отпрыгнул, блин. Торговый центр стреляют. 56-й, ой-ой-ой. Выхожу во двор. Silent Hill-то где? Ну что, дверь выставил. Кто дверь открыл? Кто дверь открыл? У меня чел, почта. Шел в почту внутрь. Внутри пойду. Два. Один на почте все еще. Да и на главном. Не, они. Плохо, я зашел на почту. Это ему плохо? Да-да-да. Он напротив офисов на первом этаже. Убил? Да-да, я вижу. Иду по коридору. Угу. Так, ну у нас еще сейчас могут быть... О! У вас там на улице чувак со стороны почты. Справа. Ты живая? Да. Неприятно просто. Я в почте. Склад. Зашел первый этаж, кто? Я с лестницы зашла. Чел убегает в аптеку. Убил его. Походу бомж какой-то. Ну, блин. Да, с кого наставим. Кстати, у меня броня нормальная. Ну так. БПМки. Кто бегает по детской площадке? Я убежал. Таркони лутаются, типы. Проверю медичку, если кого там в общагу пойду. Я вышел. Ты что с оружием скидывал, не ты? Нет, я у мусорки, у бомжа. Начал на первом. Бил его. Теперь как будто у него не регало. Он вроде стрелял, но вообще ни разу не попал, как будто. Ты прыгал? Нет, нет, я так же сижу. Где ты сидишь, повтори? Мусор. Мусор у бомжа где.
И что у меня на втором, скорее всего, есть. Я ж говорю, сидит она тут, блин. Убил? Да-да-да. На мосту уже стреляют, кажется. Да, в общак выходит. Погнали туда, куда? В общаге? Да-да-да. Лиша, Лиш. Да. Вот, вышел. Не слышно же нифига. Это может быть лучше. Не вижу, чтобы кто-то лутал его. О, подошел, лутает. Убил его. Я на холме. Я и тоже на холме. Вряд ли он не один. Думаешь, не думаю, да, что он такой наглый. Он и с эмкой, по-моему, был. Поэтому надо сейчас расчилить немного. Сейчас должен мозг нам прийти, Таркончик. Это кто? Это Леня, походу. Да. У нас с ним особые отношения. Я тут накоцал типов-то, кровь повсюду. Конечно, поэтому они там и трутся уже месяц. Вот куда они делись? Ага, вот один лежит. Кто тебя прибил-то? А, его боты зарашили, убили. Чел, блин. Я не знаю, то ли они что-то сделали с тенями, то ли это функция, которая якобы оперативку снижает. Но у меня вся трава черная на дистанции. Так это нормально, погода такая. Просто не играл давно, походу, забыл уже, как тут все красиво. Может быть. Мы убили первый этаж в конце. Да, 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 я понял. Мусорные мешки, да, лежат. Сука, эти игроки. Слава. Ой, блин, надо было убивать его просто. Он просто стоит, даже не слышит меня.
молчат, так я и думал. Чат, что с людьми? Вот в этой катке все, без исключения, просто стояли. Ну почему? Чат, что такое? Неужели людям не интересно вот, ну, пофайтиться там, нет? Блядь, снайпер. Что это? Ну, БСГ, ну серьезно. Аня, ты слышишь, как вид ходит? Как? Ну, выйди сюда. Ты слышишь вообще, как он двигается? А, ну... На шифте убеги через дорогу, вид. Смотри, как он двигается. Ты видишь это? Почему? Подожди, подойди обратно. И уйди обратно. Снайпер, блин, стреляет. Ваши эксперименты. Хилиться, главное, слышно. Там босса. А что, не так было? Ну, ты двигаешься с анимацией медленной ходьбы. Так, в смысле, у меня звука нету, как он ходит. Ну, звука, да, нету тоже. Но ноги-то у него двигаются, как будто он медленно идет. А он на самом деле шифтует скорость-то. Ну, да. И получается, как будто он просто плавает. Блять. Ну вот это, кстати, новая фишечка, такого не это было. Это пиздец. Это путь воина, блядь. Это пиздец. Это путь воина. Это маразм, ебать. Это пиздец. Не это было. Пиздец, друг с другом. Но мы друг друга не слышали, но при этом со стороны нас слышали. Как бы это было очевидно. Но это мы вдвоем его не слышим, значит его никто не слышал. Да, возможно. Передо мной чел. Бил. Пиздец, я гранату миллион лет доставал. Да какую гранату, ты беззвучный, просто плыви и убивай, и все, блин.